Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багиры». Итак, у нас очередная обрезка вот этого нашего фикуса Бенджамина Вианди. Вот такой он замечательный, хорошо оброс. Хорошо оброс. Немножечко вот эта веточка не радует, такая слабенькая. Но рядышком с ней, вот здесь не буду рукой трогать, вот там вот, тут наверху почечка, вот там внизу. Пока не буду их никакие трогать, пускай какая-то разовьется, какая-то нет. Потом, ну та, что совсем вниз идет, надо будет ее убрать вертикально вниз. Ну пускай побудет, боюсь, что зацеплю другую. А в принципе неплохо будет, если здесь чуть-чуть будет. Эту просто, может, придется заменить. Так, потом, значит, это вот не четок. Вот это тоже просто нижние, поэтому они самые слабенькие. Вот это наша, веточка, уберу сейчас лишнее, хорошенькая. Вот тут хорошенькая. Вот здесь немножко мы ее подсократим. И вот это вот основной ствол уходит большой, сильный. Значит, мы его немножко, тоже не очень, не кардинально, просто он высокий становится в этом размере, уже когда на него смотришь, не кажется он таким толстеньким, да, поэтому хочется его подсократить, он сразу будет выглядеть более таким вот старшим, хорошим. Так, что мы здесь делаем? У нас тут есть вот такие сильные ветви, вот то, что я не трогаю, вот это. Мы ее сократим вот тут, переведя на вот эту вот поменьше. Сейчас подлезть сложно. Так. Вот. Вот это займет сейчас его место. Ну, кажется, что получилось пусто. Она займет его место. А вот эту сильную тоже вот на эту переведем. Вот это оставим, а это все уберем. Вот так. Здесь сократим, она тоже сейчас пойдет в эту сторону, и тут у нас будет замечательно. Так, поприщипываем их, чтобы они вот здесь новенькие почечки пробудили нам. Так, здесь еще прищипнем, потому что уж очень он высокий получился, а хотелось бы вот тут погуще. Так. Вот. То есть выше вот этого я не хочу. Теперь мы видим здесь, как тоже будем сокращать. Сейчас доделаем эту часть. Так, дальше смотрим. Вот здесь. Вот здесь все просто немножко сократим. Они вон все пробуждаются. Там везде новые почечки. Поэтому мы его просто прищипываем 2, 3, там 4 листика. Примерно так. Вот тут можно еще. Ай. Не попасть вот так. Так, следующий чуть-чуть ниже тоже немного. Вот это вот выступающее. Так, значит, вот эту мы обрезали. И тут еще сократим. Так. И вот это вот получилось сильнее вершинки. И здесь ветвим их все. То есть боковые оставили, серединку сильную убрали, боковые прищипнули. Тоже, ай, не попасть, прищипнули. Дальше, вот тут у нас идет вот так наверх. То есть вот это нам нужна. Вот это сильно наверх идет. Мы ее сделаем. Вот так вот уберем частично. И вот так. Во. И у нас будет закругляться. Так. Вот сюда пришли. Тоже немножечко прищипываем все веточки. Пускай ветвятся. Где-то есть более толстенькая, мы ее убираем, заменяем, тоненькое оставляем. Так. Идем сюда, в лицо у нас какие-то веточки сюда смотрят. Они теперь приподнимутся. И мы их немножечко тоже прищипнем. Так. Чтобы они у нас не ложились. А то они довольно длинные.
и ложатся на нижние вот эти. Вот эти вот, вот они так раз и лежали. А мы вверх проредили, и они теперь пойдут наверх, а эти будут хорошо. А то у них вот только на концах растут, а вот здесь не очень. Так, то, что растет на концах, немножко сокращаем. Вот так. И вот это тоже. Вот, готово. И теперь мы пришли вот к этой ветви. Она сейчас на меня смотрит. Вот она длиннее, чем наша вершина. Выше, вернее. Вот. Вот так вот ее вам будет видно. Значит, смотрите, вот у нее тоже какая-то ветвь ложится на соседнюю. Мы ее тут почечкой ей до почечки сократим. Вот эти. Тут что-то подсохла самая вершинка. Ой. Так, вот эти сокращаем вот так. Так. Вот это ложится. Переводим, чтобы она вертикаль держала. Вот, как облачко его делаем. Вот так, вот так. Вот это вот длинное на самом деле. Наверное, мы ее уберем. Вот так. А эти оставим. И здесь тоже. Ага, вот она еще. Она вот тут начинается и вот так сюда выходит. Незачем. Мы ее уберем вот тут вот в основание. Так. Вот. Так, эти маленькие вот тут ложатся. Тоже просто сократим. Вот она, чтобы шла вверх. Так. Одна веточка. Вот это прищипнем, ну, даже не прищипнем, вот так побольше ее срежем. У нее тут пробуждается что-то, оставляем. Вот тут вот есть маленькая. Оставим пока. Вдруг какую-то из этих надо будет заменить. Пусть побудет пока. И вот эти вот они тоже вот ложатся. Вот это вот все ложится. Вот так надо сократить, чтобы они не лежали на соседних. Так. Как их тут сократить? Они довольно сильные. Так. Вот так. Сейчас, секунду. Вот. Тут убрала маленькую, здесь длинную убрала. Эти боковые, оставшиеся, сокращаем немножко. Так. Так. Соседка ее вот тоже лежит. Сократим ее. Угу. Те, на ком лежат, значит, вот эта слабенькая оставим пока, но, возможно, ее уберем, на ее место вот эту маленькую новую вырастим. Так, вот это ниже, мы к ним позже придем. Вот сюда идем, смотрим, и сюда сейчас. Значит, первую просто прищипнем по 2-3 листика. Так, а вот эту сократим вот сюда. Так, и оставшиеся у нее прищипнем. Так, вот это, вот еще у нас лежит на всех. Так. Так. Угу. Длинненькую лежащую мы сократили посильнее, остальные прищипнули. Все, вот они все у нас. Вот это чуть-чуть лежит. Сейчас еще я на нее посмотрю. С другой стороны. Да, она еще вот длинненькая. Длинную сократим. И она уже приподнимается. Так. Все. Ну вот, хорошенький. Ага, вот это осталось. Это осталось. Так. Так, и вот эти вот самые нижние остались. Теперь мы на них посмотрим. Значит, вот эту слабенькую не трогаем. А эти прищипнем, чтобы они не остались. Вот 3-4 листика уберем, чтобы они вот тут ветвились. Там у них есть точечки роста, вот чтобы их поддержать. Так. Угу. И это то же самое. На длинных веточках. Вот, 3-4 листа убираем.
те, что вверх топорщится, чуть-чуть тоже. И вот здесь тоже. Все, замечательно. Вот у нас тут есть, вот тут вот много маленьких. Вот. Вот там маленькие, они теперь будут хорошо расти. Эти у нас никто не лежат друг на друге. Вот, вот тут пока длинные, длинные. Сейчас, наверное, вот эту часть я срежу все-таки. Вот так. И вот у этой тоже. Сейчас только посмотрю. Угу. Вот здесь ее срезала, эти хвостики оставим. Вот так. Все. Все. Пускай растет дальше. Вот эту сторону надо подрастить. Но он стоит на полочке. Я его, конечно, поворачиваю. У него сзади стена. И вот когда он стоит той стороной, получается, солнце не видит. И там плохо растет. А повернуть он оброс. Повернуть его другой стороной просто не помещался. Теперь вот можно будет повернуть это к стене. А то, что смотрит на меня к солнышку. И он начнет расти хорошо. Запомнит нам ту пустоту, которая где-то есть. Вот такой хорошенький, замечательный. Все, подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи!